Экологическая акция «Лес будущего» объединяет всех неравнодушных химчан, которые стремятся сделать родной город зеленее и красивее. В городском округе Химки высадили 4500 кустарников и 1500 деревьев. Акцию провели во всех микрорайонах округа. Весь инвентарь и посадочный материал выдали на месте. В Новых Химках на улице 9 мая жители дружно вышли во двор и приняли участие в высадке деревьев. Спасибо жителям, они на самом деле активно участвуют, откликаются на наши предложения. И, конечно, в первую очередь это интересно им самим. Да? Будет зеленый двор, будет зеленый город, и им самим, и детям будет где погулять. Погода в этот день тоже радовала. Яркое весеннее солнце создавало хорошее настроение. Многие химчане вышли во двор сажать деревья вместе с детьми. И это отличный повод привить детям бережное отношение к природе. Мы посчитали, что это очень важно, чтобы город стал более зеленым, чтобы дышать было легче нам. Я, например, лично считаю, что важно делать добрые дела, это добрые дела, и ты их делаешь и для себя, и для других. Очень хорошая традиция. Впервые принимаем участие. Когда услышали, сразу поняли, надо прийти обязательно. Причем детей обязательно тоже взять с собой. На улице Мельникова тоже было оживленно. Здесь и дети, и взрослые. Жители бережно сажали деревья и, конечно же, сразу их поливали, чтобы зеленые красавицы, липы и клены быстро прижились на новом месте. Ходим с нашим активом и активистами, которые с удовольствием участвуют в этой доброй акции, сажают со своими детишками деревья, кустарники. И вот вы можете видеть, как детишки одни из первых разов своей жизни закладывают эти деревья, и мы говорим, что это дерево теперь твое будет. Жители домов по улице Мельникова каждый год участвуют в акции по высадке деревьев. Они активно помогают благоустраивать свой город и делают это с любовью. Буквально 3 года там назад здесь не было ничего. Но сейчас посмотрите, какая красота. Жители к акции относятся отлично, не просто поддерживают, но и проявляют инициативу. Например, в прошлом году у нас соседи взяли ивовые прутики, у них отросли корни, и вот теперь у нас здесь будет расти ива. Как видите, жители все у нас хорошие, все откликнулись прямо на раз. Все очень хотят жить, скажем так, в зеленой среде. И очень любят зеленые деревья, дышать свежим воздухом. Акцию «Лес будущего» провели на 150 площадках городского округа под эгидой международной акции «Сад памяти», которую инициировал президент России Владимир Путин. Лес будущего! Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.